Сегодняшний фестиваль принимает участие такие команды, как команда КВН «Зебра», гуманитарный факультет. Команда КВН «Кефирыч», команда «Инженерный факультет». Команда КВН «Инженеры», «Инженерный факультет». И команда КВН «СНГ», факультет по подготовке иностранных специалистов. Ну что ж, друзья, у нас есть еще одна команда, у которой сегодня нелегкая судьба. Итак, автор и актер сборной физтеха «Долгопрудный», чемпион Лиги Москвы и Подмосковья 2010-2011 году, чемпион премьер-лиги и финалист высшей лиги КВН в 2014 году, редактор первой лиги Московской области Гуров Дмитрий. Начальник отдела психологического обеспечения Академии гражданской защиты МЧС России. Масляков Андрей Валерьевич. Масляков, еще раз. Итак, директор Лиги особого статуса Международного союза КВН Лиги «Подъем» Кумаритов Олег. Автор. Главная актриса команды КВН «Бамонт» Челябинск, участница премьер-лиги и высшей лиги Международного союза КВН, редактор региональной Невской лиги КВН в городе Санкт-Петербург. Чепасова Дарья. Сегодняшний член жюри, заместитель начальника Академии по воспитательной и социальной работе, полковник Карпала Анатолий Александрович.